Девочки, всем здрасте. Смотрите, ушёл и пропали. Вот 3 часа. Где были, а? 3 часа? 3 часа, Паша, ну, тебя не было. Да. Да? Ушел в час. Время уж 5 почти. 4 только. Ушёл и пропали. А что принёс? Ничего не принёс. Показывай давай. Ничего показывай. Что принёс? Что принёс? Давай, показывай. На, бери. Да? Давай. А я тут уже намылась. Смотрите, какая хорошенькая. Вот голову сейчас только что причесала. Ой, отскрабировалась личико. Сейчас глаза закапать. Шарахается где-то, непонятно. Говорит, что типа на занятиях. Но такой что-то довольный. Что-то такой довольный пришел. Я прям не могу. Вот так. А я за тобой посуду помыла. Прикинь, что? Девочки, прикиньте, сама посуду помыла. Первый раз за месяц. Вот так, вот так. Что у нас тут такое? Ай, не открывается. О, а баночки. Да. Так, томаты, Федеричи. Томаты, это хорошо. 2, 3, 4, 5, понимаешь ли? И 6, девочки, заказала сазон. Вот такие баночки, смотрите. Томаты резаные. Федеричи стоят 103 рубля за штучку. Очень удобно, классные, без кожуры, итальянские. Мы когда готовим, шикарно, шикарно. Вот так баночку, хоба, и все. Просто обалденно, балдеж. Просто балдеж. Рюкзак надо, мы уже менять, тоже какой-то страшненький. Ты что тут делаешь? Ой, какой красивый мужчинка. Ладно, все, не показывай, не показывай. Все, мужчинка, выходи. Только я на тебя смотреть буду. Мужчинка. Это, не забудь помыть с собой эти. Там раздевается. Так, в общем, вот такие вот банки. Ладно, пойду его раздевать. Я думаю, сейчас это немножко отдохнуть. Отдохнуть. Время-то уже 4:30. Время летит незаметно. Время стало стеклом, летит незаметно. Что-то я тут раскашлялась, кстати говоря. Хочу вот выпить гербьона маленечко. А то что-то сидела, кашляла. Вчера загружала ролики. Вот. И что-то прям, знаете, прям дует. Дует из окна. Прям так серьезно дует. Все. Я не показываю, иди спокойно. Он там голышом бегает в одних трусишках. Красивых трусишков. Гербион. Горло не могу. Сейчас сидела, что-то кашляла. Знаете, мелкая такая вот. Не мелкая, а как называется это? Короче, немножко сквозит. Понимаешь ли? В общем, давайте за гербион, чтобы не болеть, чтобы все было хорошо. Еще раз за Вована. Здесь, наверное, что-нибудь алкогольное есть. У меня полбутылочки осталось. Чин-чин. Вкусно. Его и пью только я, поэтому пью уже из горла. А то с этим ложечками замучаешься. То помой ее, то вставь, то не вставь. А так вот выпил, и хорошо. Вот у меня гербион с сироп первоцвета весеннего корней. Кстати, надо сейчас пойти заказать эти Вовки лекарства. А то у него уже заканчиваются. Мы ему тогда покупали в сентябре. А сейчас уже все заканчивается. Так. Не могу я одной рукой все делать. Господи, бедные люди, у которых что-то с рукой. Второе. Вот так быстро. Быстро и просто. Так, вот такую штучку хочу съесть. А вот такую штучечку. Это у нас тайский не дуриан, а этот, как его называется-то? Тамаринд. Вот. Вкусный такой. Вот он в какой-то посыпке такой. Все. Обалденно. Пойдем у Вовки сперва чешется. Может, к деньгам? А, наверное, нет. Кредитом. Пойду Вовке это лекарство заказать. И банки наложу. Автошоп. Поехали, пойдем.
Пизанская башня. Та-дам! Так, сейчас ебутся. Все, отлежались, отходились. Идем сейчас гулять. Я на вечер уже хинкалька заказала. Вкусненьких. Вкусняшки. Вот дом потом надо будет кое-что еще сделать. Рона, наверное, мешает. Выключай давай. Пойдем сейчас гулять, а вечером будем отмечать. Будем отмечать. Глаза закапал. Хорошо. Хорошечно. Хорошечно. Выключай, пойдем. Ой, надушился, ёб твою же к налево. О, видите? Я же понимаю, что я в свет иду. В свет иду. Свет выключай, этот, пожалуйста. Кстати, в свет иду, надушился. Кстати, когда он уходит один из дома, он не душится. А когда с женой, он душится. Это для жены душится? Для любовницы. А кто у тебя любовница? А кто у тебя любовница? Для любовницы. Так, слушайте, я вчера вообще замерзла в этих ботинках. Не знаю почему. Как-то прям я подмерзла. Даже. Так, дайте-ка я вас поставлю. Мы сейчас с вами идем гулять. Что там, холодно на улице-то? Ну, не жарко. Не жарко? Угу. Погуляем. Вечером прибухнем. Красота. Вот она, жизнь-то. Беззаботного человека. Какая, да? Какая жизнь беззаботного человека. На. Всем бы так. Ты учись, как я вот. Как? Делать. Я поставила так раз. И что? Правила язычок. Берешь так. Опа. Опа. Ну, да, вот это меня затяни. Вот это вот. Опа. Этот маленький. Вот. У меня почему-то постоянно вот растягивается вот этот вот. Вот этот. Язычок. Не, мне не надо там. О. Так. Ну прям сильно-то не надо. О, все, хватит. Так, и вот это, да. Давай. Ведь ухаживает за мной. Для меня душится. Приятно, когда мужчина для женщины старается. Цветов не дарит, но старается для меня выглядеть хорошо. У тебя еще много там духов-то этих осталось? Уже заканчивается. Чуть больше половины. Ох, господи, я уже давно-давно израсходовала, у него еще больше половины. Вот так вот, видите, как мужики экономно используют. У меня 60 было. 60 было? А у тебя 30. У меня 30, да. Ну и плюс я каждый день, от раза к разу. К любовнице, когда ходим, да? Ты не замерзнешь? Собственно, не жарко тебе будет? Нет. Ты вот это ходил, тебе не... Я в этих ходил. Тебе не жарко было? Околел? Да. Даже так холодно. Девочки, продувай. Девочки, а для вас мужчина старается? Вот мой старается. Смотрите, как хорошо. И давай не забывай. Все. А, вот у меня, видите, я еще в кино ему обещала. Ну, блин, там сейчас ничего нету интересного. Там я бы сходила на заклятие. Ты же хочешь в VIP-зал, да? На заклятие, Максим. Вот я бы сходила и все. И то там какое-то говно. Там еще корабль на Пусан. Сейчас вот кино, честно, даже смотреть нечего. Ну уж, раз обещала, обещай, надо. Корабль на Пусан, а там что там? Что-то там какая-то, что типа, там происходит, короче, перевозит каких-то этих преступников, и там случается что-то такое у них на корабле. Короче, как хрень какая-то. Ну, нет, там есть, короче, заклятие, там что-то, фильм ужасов. В общем, какая-то хрень какая-то. Ну ладно, если обещал, надо держать слово. Все. Ну один, бери, все, попробуем. Мега ролл какой-то у них новый. И два кофе. Возьми себе с этим, с вкусным. У меня латте. Латте карамель. О, с маршмеллоу, смотри, есть. Прикольно. Новинка у них какая-то, да? И себе тоже сиропа возьми, если хочешь. Что-то, не стесняйся. С маршмеллоу. Возьми с маршмеллоу. А чё, возьми сахар и кашу с маршмеллоу. А чё, прикольно бы. Он горячий как раз очень сильно. Тоже карамельку хочешь? Ну всё, добавляй. И оплачивай.
А я пойду мясо снимать. Да, есть. Все. Я пойду мясо снимать. Вчера еще, кстати, приметили этот. Смотрите, какое у них новое блюдо. Мега ролл. Вот. Мы хотели вчера еще попробовать, а не было. Только сегодняшнего дня. Вот. Я Вовану сегодня обещала. Видите, у него сегодня 33 удовольствия. Что, большой, да? С полруки. Я говорю, один на двоих возьмем. 279 рублей. Какой-то такой большой. Я так понимаю, что-то типа как этот. Типа шаурмы. О, смотрю, этот. Доллар-то растет. 62,95 уже. Обалдеть. Растет, растет. А максимум был сегодня 63. Где? А я не падаю. Ты. Все, давай. Лапши. А еще вечером я сегодня вкусняшку заказала. В общем, короче, Вовке сегодня 33 удовольствия. Я говорю, Вова, только сдавай. И все у тебя будет. Я ему сказала, когда сдашь это права именно на машину, я тебе обещаю, шашлык много, вино, ну и всячески ублажать тебя будут. О, вообще. Разве не похоже? Такой нормальненький такой, хорошенький. Кстати, мега ролл. Такой все. Обалдеть, да? Охренеть. Давай, открывай его. Посмотри, чисто даже интересно. Это твой капучино? Да. У меня латте, да? Садись, что встал-то? Это у нас там двоих. Или это каждому? Каждого. Все откроем, посмотрим. Что там за ролл такой? Открывай. Такой. Здесь даже тоже, как всегда, это быстрый. Быстрая открывашка. Шаурма такая прям, ух, от души. Смотрите. Тот разваливается. Он мега разваливается. Охренеть. Мега разваливается. Он мега большой и мега разваливается. О, пробуем новинку. На, ты пробуй новинку. Здесь больше лаваша. Сядь, что встал? Сядь. О, сядь. Сюда он плыть. Я нас нашел. Ты на мясо догрызся. Ну, один такой съешь и все. Густое такое. Нормально так. Он, кстати, на джуниора похож, только здоровый. Только длинный. Ну что, такое вкусное. Вижу. Он неплохо, кстати, с лимоном. Вкусно. У тебя, говорю, сегодня 33 удовольствия. Надо. Ну, надо. Ну, мало. С курицей, с картошечкой. Дай мне размешать пыхта. А, не спила. Посмотрите, это как человек счастлив. Он как это, знаете, он как это сдал итоговый экзамен в школе. Да. Подержи. И мама его провела в кондитерскую. 33 удовольствия. Сейчас. Воской 33 удовольствия. Не, вкусный, хороший. А ты типа не, да? Это не острый? Да. Он реально шаурма. Здесь еще морковка. Здесь никогда моркови не было. А здесь еще морковка. Картошка. Помидорка. Соус какой-то. Реально шаурма. Просто с куриными стрипсами.
хотел бы чаевых оставить. Сейчас, кстати, ехали в кафешке. А это фигня, кафешка. Ехали сейчас в машине. Вот. И водитель у нас был глухой. Ну, кстати, я не понимаю, как они так ездят глухие. А если там кто-нибудь сигналит будет или еще что-то? У него сзади на сайт. Ему сигналить без звука. Ну, он нормально так ехал-то. Но он это... шустрил. Ты смотри, мы успели прийти до наплыва людей. Смотри, сколько людей наплыв бежал. Мы пришли, никого нет. Нам нельзя ходить. Ага. Сразу люди. Сразу да, люди лезут, понимаешь ли. Видите, по-братски распилили огромную шурму. То есть в банках-то есть доллары? В банках есть доллары? Есть. И пускай они не венлечат, то типа то, что они купили у кого-то. Это прям видно, прям новые баксы. А, да. Реально? То есть у них есть запасы доллара. Но так как за прилетели выдачу, они это жмутся сейчас на выживается. Вообще называется? Так не слушай. Нам нравится. Райффайзен там капец вообще обнаглевший. Просто в говнище. Представляете разница? Официальный курс 62, почти 63. Они по 53 скупают. Вообще хрень. Он говорит, а чего вы сразу не бесплатно, чего вы так просто это? Берите деньги в заложники у людей. Ужом. Ты мяско оставил. Да? Ну да. Как там оно есть? Там больше капуста. Так вот каждому по такому, да? И да. Шикарно. Какой-то остренький. Говорит, там морковь появилась. Никогда вот не было у них джуниров, никогда не было моркови. А тут реально как морковь появилась. Да. Пекинская. В смысле не пекинская, а вот корейская. Да. Уже как шурмячка похоже. Это один в один как шурма. Только со стрипсом каким-то, да? И все. Да. Ну они делают из тортильи. Мне, кстати, нравится вот шурма из тортильи. Не из лаваша вот этого сухого, армянского, а вот именно из тортильи. Она вообще вкусная получается. Если ее тонкую делать, да. Надо, кстати, дома тоже делать. Она более мягкая. Ты можешь заказать это в этих. Можем даже. Шурма сить. Значит, там сами они там, слушай, продают. Кстати, тоже из лепешки. Да? Они сами ее делают. Значит, там дал прям ящик такой открывается, там много лежит. Вот, ребята, мега-ролл. Вот, от полковника Сандерса. Ничего так, нормально. Но, не знаю, шурма, шурмой. Полковник там не расширил. Не знаю. Так что. Смотрите, как красиво подсветочку сделали. Это как это, светящиеся такие подсвечники, да. А вон там спереди ангела. Все-таки включили. Тут и там. Да, и вот здесь, кстати, смотри, театр. Повесили вот эти дождики. А он здесь был. А, да? Да, тогда. Красиво. Был. Просто, да, добавили украшения вот этих. А вот эти уже сдохли. Да? Два, вон. Да, да, да. Слушай, ну красота. Жалко, снега мало. Подключили. Снега жалко мало. Как-то еще не создается такого впечатления. Да, да, да. Тебе снега мало? Да. А кто его будет чистить, когда он сыпет? Ну, так-то, и да. И будешь месить тут. Вон, смотрите, как красиво. Ангель. Ангел, ангел. Вот сейчас крылышки, видишь? Ать, ать. Распускает. А там в конце еще один. Должен быть. Ага. Если повод есть или... С двух сторон, да. Ну, видишь, как крепится. Здесь сколько там? Раз, два, три, четыре, пять штук. Угу. Держит его. И с той стороны пять. Сата. А, нет, еще два и еще два. Вот у нас, получается, года два назад повесили вот такие вот подсветку. Ангелы его теперь оставляют. Тяжеленький. Да. Как красиво. Штук держит. Ну. Его. Вся красота. И здесь, смотри, все сделали, все светится. О, прицепили. Прицепили? Рядышком. Наконец-то. Где вырвалось. Видишь? Да. Там а то здесь дырки. Пару видишь? Этих вырвало. Вон. А вон они, дырки-то видно даже. Остались. Ага. Не рядом.
пили. Тяжелая вот эта штука, она прям провисала, это прям очень серьезно. А сейчас я это, видишь, очистили от льда. От льда, да. Все. Красота. Вот и даже не замазали. Угу. А, там, видишь, это вбили. Анкера вбили. Анкера? Да. Понятно. Если вырвать, то вместе. Светло, как днем. Стеной вырвать. Вот это прям великолепно, конечно, смотрится. Идешь и прям, знаешь, такое настроение новогоднее. Самое, какая. Да. А какая? Арбат. Здорово. Да. Это наш нижегородский арбат. Покровка. Обожаю. Обожаю. Вот зашли в парк. И вот смотрю, вот стейки макроуса. Очень неплохие. Хорошо так это срезаны. Это вам ищет, что такое за макроус. Макроус свежим мороженым. Ну и что? Нормальная рыба-то? Она как это? Как желешка становится? Или такая плотненькая? Посмотри. Не разваливается? Пишет, что нет. Не разваливается? Ну вот, взять ее. Мне кажется, она что-то типа... Скрипту. Моя кошка отказалась есть эту рыбу. Это уже все. Да? Ну давай на пробу возьмем немножко. Это, мне кажется, что-то типа ментая. Да, только крупного. Не понятно, что это. Не, ну знаешь, у меня нету 1200 вон на вот такие вот стейки. Идите в жопу. Буш есть, что дают. Вот все-таки я нашла вот такую вот рыбку. Называется у нас хек. Хек мороженое. Вот смотри, 4 рыбки как раз. Пожарить каждому по рыбке. Булочки. И чипсы. Да, вкусно. Это на побаловаться. Вот купили на 477 рублей. Вот ничего не надо. Ну, подходим уже просто так вот. Херней страдаем.